Проспект Оболонский, 10. Девятиэтажный панельный дом, построенный в 1974 году по чешскому проекту. У дома огражденные палисадники, высажены цветы. Три парадных. Входы в них в удовлетворительном состоянии, но выглядят неопрятно. Оборудованы домофонами. Во дворе просторная современная детская площадка. Есть также и большая огороженная спортивная. В наличии места для парковки, но их, похоже, недостаточно. Дом расположен вдоль проспекта. Рядом множество киосков, торгово-развлекательный центр Dreamtown, до станции метро Оболонь всего пару минут. Учитывая хорошую инфраструктуру, состояние дома можно считать удовлетворительным.